Приветствую тебя, ищущий сегодня замечательный, прекрасный день. Все снова сидят дома, ни хрена ничего не прекрасно, короче, кошмар. Задолбало это уже сидение дома, самоизоляция. Недавно меня милиционер на улице остановил, такой: куда вы идете? Я такой: тебе какая разница? Ты, блин, хотел сказать, я сказал, что вырвали зуб, иду домой. В общем, он: а где живете? Я говорю: здесь. В общем, ну ладно, идите. По улице ходят куча народу, он почему-то сразу так ко мне, знаете, пошел и сразу ко мне так. Вот это вот любименькая спинка горбиком, глазки такие живенькие, знаете, из-под масочки такой мне. Знаете что-нибудь про самоизоляцию? Блин, задолбало меня все, я хочу на улицу, я хочу гулять, я хочу ходить по улицам. И если мы сидим дома, то хотя бы деньги получать государство за то, что мы сидим. Ничего ведь не дают. Все просто обнищали. Ладно, сегодня не об этом разговор у нас. Сегодня мы поговорим о Кипелове у Маргулиса. Вы долго меня просили, когда вышла эта передача. Я делал про Арию. Многим, большинству понравилось, как я искрометно и шутеечно все это сделал. Не знаю, зуб у меня еще заживает. Весь я зарос, короче, сижу древним этим лешим. Никуда не хожу. Зубика... берегу, пока все это заживает. Зуб мудрости мне, херакс. В общем, слишком может ярких эмоций может и не быть. Но не знаю, посмотрю, как там будет отдаваться мне все. Но тем не менее, давайте приступим к обзору прекрасной группы Кипелов. Прекрасной группы Маргулис, хотел сказать. Прекрасно, на прекрасной передаче. Над рекою отпускай ворох мыслей и узнай. Там, где птицы спорят с ветром, светлая печаль. Группа Кипелов на квартирнике. Ну, начинается фирменовская, маргулисовская вот эта вот подача материалов. Группа Маргулис, группа Кипелов на квартирнике. Такое впечатление, что это брат вот этого переводчика из 90-х, знаете, такой: эй, сучки, да будем их ловить. Было пророчество, что появится великий мастер кунг-фу. Вот бабки все, которые приходили туда, они говорили: уй, волосатики приехали. К нам приехали волосатики. Обожаю эту херню вот этих. Волосики в свои подстриги, волосатики приехали. Хотел пошутить, Маргулис, да выглядит охерово. Если бы он сам был с длинными волосами, это было бы еще нормально. Но так как он сидит с коротенькой, мужской, обычной, такой нормальненькой причесочкой, это выглядит: волосатики приехали, в уничижительном ключе. К слову говоря, что там мне на улице, я только слышу. Вот знаете, друзья мои, бывает, на улице идешь, и у нас еще имбецилы остались достаточно. Грозунечка прошла вниз, кокотками своими шкрябает по полу. Надеюсь, вас это не отвлекает. Идешь иногда по улице, и тебе что-нибудь там типа: о, там типа волосики, там подстриги свои. Обычно, я не знаю, как другие на это реагируют, я сразу разворачиваюсь и иду: что ты сказал? Мне не важно, толпа там стоит или нет, я просто иду сразу в эту, в бучу в эту иду, потому что: какие волосики? Что ты мерзкой пастью там своей прокричал? Ну-ка давай мне скажи это сюда в лицо. Видимо, они привыкли, что люди с длинными волосами как-то не очень на это реагируют или делают вид, что не слышат этого. Я не такой, я сразу иду. У Маргулиса, я не знаю, я бы, как Кипелов, бы не стал улыбаться и там типа: волосатики. Не смешно, нахрен, это унижительно. Волосы — это гордость мужчины. Длинные волосы — это красиво, это гордость. Их нести нужно гордо. Никакие насмешки над этим неприемлемы. Гораздо смешнее видеть мужчину вот этого сидеть с обычной причесочкой, который боится показать настоящую мужскую красоту и харизму. Я никогда не был на квартирниках. То есть, ну, мы всегда как-то официальные были, да? Леся, песнь, шестер молодых. Я, конечно, может быть, где-то перегибаю палочку с каким-то... с критичностью отсматриваемого материала, но, друзья мои, вот... я не хочу слышать больше ничего про Лейся песню, про шестеро молодых и вот все вот это. Сильно подозреваю, что сейчас будет все то же самое, что и с группой Ария. Старые добрые деньки и старые добрые вопросы, которые уже давно перестали быть старыми добрыми и уже вот здесь у всех. Может быть, я ошибаюсь. Давайте смотреть дальше. Странно, вот почему-то волоси у них были, а... ну, косматые же всегда приходили, играли квартирники, да я... волосики, косматые, су...
Ты задолбал уже, просто... А, ладно, это нельзя говорить, это я вырежу. Просто беззвучно будет. Опять это начинается... Помню, что вот конец 70-х, конечно, по квартирам, там, у Сашки Лепницкого. Сидит такой Маргулис, мужчина такой, знаете, повидавший вид жизни, как бы знает, что правильно, что неправильно, и такой про волосики, знаете, говорит нам. Какой-то гопник в очках, я не знаю, просто вот это вот... обывательская, знаете, он еще, ну, как бы за рокера, да, себя выдает, но выглядит это максимально обывательским вот, вот этим вот отношением к миру, к жизни, к другим прослойкам нашего общества, таким, как там настоящие олдовые металлюги, которые сходят с хайером. И это все выглядит, ну, там, ребятки забавляются, конечно, ну, волосики у них, ну, пусть ходят, хотят, ну, пусть ходят. Как меня это бесит. Боря Гребенщиков, мы там... А волосатиков не было? Волосатиков не было? Да ты задолбал уже нахрен просто! Сколько можно волосатики? Ты, блин, невразумительно выглядящее тело, блин, с какими-то миллиметровыми кудряшками. Что ты несешь? Надо же как-то позитивненько, да? Эй, добрый контент, веселый, френд-зона. Вы не на тот канал, друзья, пришли. Нет, у меня бывает, конечно, веселье, но когда я вот это слышу уже в какой? В 10-й раз, в 20-й, про волосатиков, про волосики. А в это время по свадьбам играли. Сидит человек, знаете, опускает внешний вид музыкантов, и они такие... Всем весело, все такие дружбаны. Я не знаю, что с людьми происходит, где-то есть вот этот вот грань, когда ты, типа, Маргулис, дорогой ты мой, а почему ты говоришь так, волосики? Ты не думаешь, что это может быть неприятно человеку? То есть, раз неожиданно, и вот этот вот сломал хребет этой программе, такой бум, Маргулис такой сидит, а то сидит такой веселится за микрофончиком, типа там волосатики, волосатики эти, Кипелов, сзади Харьков тоже стоит, Вот скажите мне, мои любимые, хорошие зрители, если у вас появится какая-то любимая работа, от которой вы души не чаете, ну то есть прям ваше хобби стало работой, и вы, приходя куда-то, вам начинают говорить, ну, этот человек, он, ну там, у него работка там какая-то есть там, оно как бы и не оскорбление с одной стороны, с другой стороны неприятно становится, потому что почему ты мое любимое дело называешь в таком уничижительном ключе? Волосатики у него, понимаете? Он рок-музыкант Маргулис, а это волосатики, понимаете? Это какая-то другая уже каста. Раз пошутил, два пошутил, три пошутил, пять пошутил, и не кончается это. Он какое-то удовольствие испытывает, что ли, садистское от этого, я не понимаю. Пять раз шутка, повторенная подряд, становится смешнее, и эти ржут, стоят. Непонятно, вот зачем все это? Друзья мои, сразу же для тех недалеких людей, которые пишут в комментариях. Ой, взял известное имя и пиарится на нем. Да, так делают все блогеры, мы... Почему к этому вопросу возвращаемся? Люди, которые... Вы откуда-то из пещеры выходите? Типа... Это что, он про Кипелова говорит? Ха, так это же известное имя. Где он, Моська, и где Кипелов? Понятно. А что, Моське нельзя говорить про Кипелова? Почему? Чтобы говорить что-то про кого-то, нужно обязательно стать вровень с этим кем-то или еще выше стать. Почему нельзя просто обсудить президента, депутата какого-нибудь, губернатора, человеку обычному рабочему или там музыканту не такому популярному, как Валера Кипелов, далеко не такому популярному, вот, в частности, про себя сейчас говорю. Почему нельзя обсуждать Кипелова? Почему людей это вызывает вот такой вот странный такой посыл, типа берешь известное имя, алло, видеоблогинг, 2020 год, на этом 99% ютуберов всех делают свой материал, берут кого-то известного и свои мысли какие-то выносят. Есть какие-то каналы тематические, где люди тоже свои мысли выносят, не относительно каким-то личностям известным. Но, блин, большинство контента-то такое, почему людей это удивляет? Почему каждый раз одно и то же пишите? Мне, знаете, кажется, это из области... Сокол встал перед камерой, все четенько, хорошо рассказал, не прикопаешься, все логично, все по полочкам разложил просто. Человек не знает, что ему сказать, понимаете? Он такой посмотрел, блин, да как же его... А, да ты просто пиаришься на имени, на чужом, и все.
ну, нечего больше сказать, но сказать что-то хочется. Вот поэтому, друзья мои, давайте к этим комментариям не возвращаться. Я пиарюсь на чужом имени, и мы закончим с этим. А, да, да, Валерка мне напомнил. Валерка, волосатики, и все у него такое, эть, сидит вот такой глыба, Маргулис, да, который там, мух, я еще в свое время твой шкаф шатал с машиной времени, оу. А тут Валерка какой-то пришел. Валерка. Волосатик Валерка, нужно еще сказать было. Не, ну по музыке все круто сделано. Звук крутой, музыканты на сцене выглядят классно. Валера спел классно, все динамично. Оператору я бы, может быть, чуть меньше бы динамики в камере посоветовал делать, потому что, ну, сильно уж вот это вот начинается, тот, кто снимает там у Маргулиса все это дело. Но снято здорово, выглядит здорово, картинка хорошая, Валера поет прекрасно здесь, голос хороший, мне понравилось вот это. Были моменты с этой, с его любимой, с еданием фразы на таком, на расслабончике. Это тоже является своеобразной фишкой Валеры, и все мы это любим. В общем, к музыкальной составляющей пока никаких претензий у меня нет. Ну и в нашем обзоре, конечно, нам больше нравится это общение, конечно. Понятно, что группа Кипелов профессиональная команда, и что-то лишний раз обсуждать здесь как бы нет смысла никакого. Валерий Кипелов! Волосатик Валерка! Спасибо, что не сказал так. В Фейсбуке я прочитал, что в этом году группе «Поющие сердца»... Вопросик про поющие сердца. Маргулев неистребим. Он, я, конечно, понимаю, что, может быть, мне в комментариях про Арию писали, когда я про Маргулиса делал. Быть может, задача Маргулиса рассказать о группе, известной всем нам с вами вот практически до мельчайших молекул, рассказать об этой группе зрителям большого телевидения, больших вот этих вот ресурсов, мощностей людских, которые к металу никак не склонны, но телевизор посматривает, и тут выходит Маргулис. «Машину времени» все знают, да, каких-то металлистов многие не знают. И рассказать им, что такое это за группа Кипелов, для тех, кто вообще не посвящен, быть может, я согласен. Но, блин, мы же с вами рассуждаем с нашей колокольни. Конечно, нам не хочется пережевывать все это. Конечно, можно это не смотреть и вообще выбросить весь этот обзор в мусорку, но вы же просили меня сделать обзор. Я сужу со своей колокольни. И поэтому я буду хейтить все эти вопросы про... А помнишь, в «Поющих сердцах»? Вот во сколько ты начал петь? «Поющие сердца» исполняется 50 лет. Ты там поигрывал, и я... Этот Маргулис, я не понимаю, он никогда не заткнется в плане вот этих уничижительно... ласкательных окончаний. Поигрывал. Работка. Волосатики. Все такое, как бы, знаете, такие вот словечки, они сразу же изъедают ржавчиной. Вот этот монолитный, титанический статус Кипелова и вообще группы Кипелов, самого Кипелова, вот такими вот это, словечками. Ну, блин, ну сколько можно уже, ну... Пели «Перидос Клервот Ревайвал». Шарахни куплет, а? Для меня, чтобы освежить память. Я не знаю, если ребят собирают. Люди, которые, вот Маргулис вроде сам музыкант, мне всегда дико не понимаю вот такие штуки, когда, а вот эту песню, давай-ка сбацаем. Это такой вот, такая провокация, знаете, во-первых, музыкант, являющийся с тобой, вот, ну, звездную вот эту вот личность, как Кипелов, он очень скрупулезно подходит, как и другие все музыканты, которые имеют ответственность перед своей публикой, они ответственно подходят к исполняемому материалу на сцене. То есть они готовятся, там, штудируют, каждую нотку выверяют, и бесконечные репетиции, чтобы выйти и отшлифованным материалом жахнуть. И тут человек тебе какой-то, интервьюер или неважно кто, говорит: а вот давай вот эту песню сейчас жахни. И ты такой из подсознания где-то достаешь идеально отшлифованный вот этот материал. И, конечно, сейчас мы спляшем и станцуем прямо по щелчку пальца. Это как гопники, знаете, с которыми мы чуть не подрались, когда с Виком там шли. И они: а давай, увидели у нас гитары, такие: а давай это, на гитаре что-нибудь. Ну, конечно же, один, мы сразу же их начали: давай ты херню не будешь спрашивать. То есть, и начались вот эти терки.
Что значит, блин, отдавай вот эту, без репетиций, без ни черта? А если человек не помнит слов, а если человек не помнит какие-то мелодические там вот эти переливы, которые нужно просто, ну, отрепетировать? Музыканты, которые просто вот так сходу, блин, а как я аккорды, если я эту песню вообще в жизни не играл? Я даже аккордов-то не знаю, даже если просто бардом побренькать. А сыграйте-ка эту песню. Сам музыкант и такую херню спрашивает. Ну надо же все-таки к истокам, да? Потом я тебя разведу на русское народное творчество. Русское народное творчество. Ой, такое типа... С подковырочкой вопросик такой, знаете. Да Кипелова не надо разводить. Ему только пэта. Помахай кушаком, полотенцем, расшитым крестиком. И он уже запоет, это не вечер. Это никакая подначка. Это никакое там, знаете, типа... Эть, подколоть так человека там. Как Кипелов завсегда рад исполнить что-то русское народное. Ну, либо музыканты группы Кипелов мультипрофессионалы какие-то, либо просто они на ходу подбирают гармонию, я не представляю. Либо они просто, ну, знают эту песню, когда-то где-то ее играли, и поэтому получилось так слаженно, без каких-то диссонансов. Когда группа называется именем фронтмена... Да ну что, ну нет, ну пожалуйста, хватит, ну что это? Опять про название группы и фамилии вокалиста, ну блин, ну... То обязательно в коллективе должен быть хотя бы один музыкант с такой же фамилией. Откуда такое смелое название, брат? Пошли вопроски из загашничка, да? Которых никто никогда не ждал, блин. Откуда пошло такое название? Валерий Кипелов, ура! А, Кипелов, откуда пошло такое название? Вы, блин. Маргулис сам вопросы эти придумывает, я ничего не понимаю. Ребята, что не так с тобой? Маргулис, ну что это такое? Ну хватит. Ну это уже, блин, просто, я не знаю, у меня в истерику скоро перейдет эти вопросы. Второй раз смотрю передачу, мне неинтересна эта передача абсолютно, потому что, ну, какие-то гости там приходят. Но когда металлист туда приходит, конечно, мне интересно становится, что там их спросят. Вопросы просто в уматочку залетают. Прокипело, он спрашивает про название группы. Честно говоря, это не моя была идея. Вот это еще началось. А, честно говоря, в 2000 триллионный раз сейчас отвечу на этот вопрос с улыбкой на лице, чтобы никого не обидеть. Я точно такой же музыкант, как все остальные. Я точно так же работаю в группе Кипелов. Хорошо, поменяй завтра название на имя другого музыканта и посмотри, что получится. Блин, да что за тупня-то, ядрёшки? Как-то хочется повеселее все это, знаете, что было. Прям, ну вот, прям бодрячком таким. Попробуй. Вот этот и его поведение, вот это, знаете, дедушка на лавочке, который такой, типа, я с молодыми вместе на одной волне такой, все понимаю, а выглядит это все кринжово постоянно, то есть, а вот попробуй-ка поменяй. Группа 17 лет херачит, записывает альбом, и он такой, эть, ну вот если ты не культ личности, попробуй поменять фамилию. Да это бренд группы уже, блин, просто... Что объяснять, блин? Прям слов нет от этой. На позитивчике, да? Надо, кстати, попробовать. Надо попробовать. Поменяйте. Надо. Все так весело и шутейно проходит, что прямо аж зуб сводит. Быстротечный мы наполним их дыханием последней любви. Красивая песня, если бы еще не было про вот этого прошения, просения, попрошайничества у Бога опять, была бы прекрасная песня. У веру слово убрать, Бога убрать и прекрасная, красивая баллада с умопомрачительно красивой аранжировкой, с красивой вокальной линией, с божественным голосом Кипелова, все прекрасно. Вот два момента, от которых меня кривит, косит, это от религии, конечно, вычеркиваем, просто бомбическая штука. Одна из лучших баллад Кипелова. Наверное, в году 2007. Наверное, в году 2007. Ура, наконец-то не старые какие-то давние дебри 80-х годов. Когда мы все вместе на более зеленой траве и под более голубым небом. О-хо-оу. Я помню, что жутко возмущался по этому поводу Троицкий. Он сказал, что Киркоров более главный рокер, чем Кипелов. Но... Провокация. На самом деле, я, конечно, бы обратился к бабушке российского рока, к Маргу. Давай со мной поосторожней, за бабушку-то. Маргулис просто шикарно, конечно, с легкой своей руки раздает вот эти все прозвища. Волосатики, бабушка. Просто люди отхапывают позитивчика,
от него. А когда-нибудь вы состояли в романтической связи с Маргаритой Пушкиной? Вопрос, который еще раз, надеюсь, Валера ответит по-другому, не так, как в обозреваемом мной интервью. Я люблю и ненавижу тебя, вот так. Но опять ничего не сказал, конечно же, все это останется, конечно, Кипелов женат человек, мне там писали, что он будет раскрывать все секреты, было у них что-то, не было, конечно, мы никогда об этом не узнаем. Смехуёчки, да... Вот слушая вот эти ваши такие творческие пассы, вспомнился песня «Ой, Тони, вечер». Каким-то образом в зале шла ожесточенная дискуссия о трансформерах. И тут он неожиданно подумал, посмотрев на все это, о рыбной ловле. Как бы вот вообще не сочетающиеся вещи. Какой Тони вечер? К чему он здесь? Неожиданно подумал. Просто чел лежит с листком написанный. Так, нужно заставить Валеру спеть вот эту песню. Нужно вот эту русскую народную. Ну и, конечно же, говорить каждый раз про «Неожиданно подумал». Это мимо программы, что-то вот не знаю, что-то. Музыка навела. Вот что-то прям как-то, знаете, в голову так оно такую потоком огненным сверху прям. Я такой, ой, Тони. Ох уж эти мне актерские выкрутасики. Оказывается, на фестивале «Нашествие» есть президент. И занял, по-моему, почетное. Первый Шнур, второй Юра Шевчук. И третьим был я. Шнур на первом месте. Вот уж рокер, так уж рокер. Прям не дать, не взять, не убавить, не прибавить. Прям... Ненавижу Шнура. Что Валера баянист. А скажи, а вот... Вот как может рокер выглядеть как Маргулис? Скажите мне, он же позиционирует себя как рокер. Просто дядечка какой-то, ну вот не знаю, на заваленке сидит перед домом на лавке там с бабульками. Ну, хоть бы как-то оделся, хоть какие-то элементы. Ну что это такое? Просто еще с таким этим раздает вот эти вот про волосатика всю эту. Скажи, а вот темными вечерами, выпив чая, неохота взять банан? Банан. Баян. Единственная нормальная шутка, неохота взять банан. Вот это смешно было. Че, сидя темными вечерами, не хочется ли взять банан? Пошленькая, хорошая пошленькая шутка, наконец-то оговорился, но смешно, конечно. Это единственное, наверное, в чем он пошутит и где можно улыбнуться действительно искренне. Круто очень, гармошку, на гармошке взвивает просто, дым идет. Мы с ним, значит, играем дуэты, поем народные песни, собираемся все вместе, вот всей большой семьей. Это, конечно, хорошо, собираться всем вместе, петь вместе песни, дружным семейным кланом все это справлять, это молодцы, конечно. Значит, под баян мы поем народные песни, чему я очень рад. Вот, ты рад, молодец, семья, русские народные песни, вместе попели. Валерочка, не неси это на сцену, будет просто сказка. И в этом году 40 лет будет творческой деятельности. 40 лет творческой деятельности, это мощно. Подожди. А почему так мало? Ну вот, я же говорил, одна шуточка про банан будет, и все, все остальное просто... Почему так мало? 40 лет, че тебе мало? Моя первая гастроль, это был тогда еще Ленинград, шестеро молодых мы. Мне в комментариях пишут: «Сокол, ты слишком резко высказываешь свое мнение, где-то можно и помягче высказывать». Ну, у нас помягче очень много людей, которые высказывают свое мнение помягче. Мне хочется, и вы, наверное, цените, многие мои поклонники ценят меня за то, что я не боюсь высказать свое мнение, а не вот эти вот. Ну, как бы видно, что человек уже у него мысли-то не очень хорошие, а он так, ну, в принципе, и начинает вот это мяться. Для кого-то это интереснее смотреть интервью, такие как у Житникова, где он обтекает углы. Еще раз повторяюсь, ничего против Миши не имею, как личность он нормальный человек, но просто вот в плане, если зрителя воспринимать, то мне было бы интереснее смотреть интересующую меня личность, звезду или неважно кого, который бы отвечал точно так же, как я, то есть открыто, прямо, не боясь каких-то... что кто-то как-то не так посмотрит, кто-то будет где-то обсуждать. Вот мне интересно такие. А вихляние, увиливание, ну, для кому-то это понравится, я не такой. Филармонические звезды, которых надо было кормить. Слушайте, что-то как в зал не покажут, все какие-то такие женщины взрослые уже сидят. А что, где молодая кровь-то? Что, ну... Вот взрослые женщины, взрослые мужчины и взрослые люди с детьми сидят, с маленькими. То есть, как-то... О, Маня, наконец-то пошел Маня говорить, ура! Они все в черном, а мы яркие и красивые.
Манякин, модник, эпический. Посмотрите на его футболку. Прям огнем горит. Гламурная птица или что там у него изображено. В общем, молодец. Мне нравится Манякин Варе. Очень нравился он Варе. Вот у меня золотой состав, вы знаете, Терентьев, Манякин, Кипелов, Холстин, Дубинин. Вот для меня самый золотой состав Варе. И... Манякин, вот, ну, немножко бы под это, в зале бы там по правильно бы попитался, что-то поделал. Ну, еще же огонь, мужик. Почему вот, ну. Замелизмил концовку Валера. Маргарита вышла, и я, знаете, ну, я песни проматываю, потому что, ну, что говорить, мы их 100 раз видели, я уже говорил, что мы сегодня про общение будем. Перематываю песню сразу на разговор и попадаю на концовку песни, и Маргарита вот так вот тянется к кипеловскому лицу, я такой уже представил, что сейчас, знаете, как Леди Гага такой поцелуй в засос, и все такие... Нет, конечно, такого не будет. Ты передвигаешься только на общественном транспорте. Абсолютная правда. И сегодня сюда я приехал на метро. Да ладно. Ну, снова все эти вопросы не для нас. Стоял дяденька такой старенький уже. А меня фанаты узнали. Ставят пенсионное удостоверение и говорят: сынок, распишись. Сынок, распишись, это прикольно. Вот смотрите, Кипелов как в свои 60 лет выглядит так, что другому дедку в метро он показался молодым. Вот что значит металл в душе и проецирование в мир. Вот сразу чувствуется, что человек это не какой-то уже разваливающийся агрегат, а что на, это еще будь здоров. Это я тебя откуда-то знаю. Играешь в группе? Я говорю, да, играю. Как называется группа? Я говорю, Rolling Stones. Слышала? История Маргулиса, конечно, вот эти все шуточки, они напоминают шуточки Путина, когда все... Ну, никому не смешно, но надо смеяться, потому что Путин же пошутил. Вот, как бы, ведущий передачи пошутил тоже, ну... Но про банан было смешно. Сразу видно, не по сценарию. Пел или не пел? Предлагали? Вот настоящие оперы. Нет, дурными, в опере не предлагали. Дурными голосами, как вот принято петь в опере. Маргулис, по-моему, все троллит, кроме своей машины времени. Мне тоже оперные голоса не нравятся, но он как-то уж совсем в уничижителем ключе. Просто жесть какая-то. Блин, как его взяли ведущим, я не понимаю. Почему он? Почему не кто-то другой? На самом деле, из-за этого часто возникают дебаты. То есть говорят, как понял, своим хрипатым голосом пытаешься петь такие... Нет, честно. Кто говорит про валерский хрипатый голос, это... Ну, может быть, про времена арии, что сейчас-то, как бы, хрипатости вроде как бы вообще нет. Ну, конечно же, ты свободен. Да! Получится! Получится! Песня, которая 1 000 000 раз была сыграна на концертах, получится ли? Дайте-ка подумать. Пришел Кипелов на передачу, никто из музыкантов ничего не сказал, не отвечал на вопросы, но в основном песни, вот я пою, я ведь, вернее, перематываю песни, и, собственно, само общение не так много, странно. Ну, как по мне, поменьше песен нужно на таких передачах, побольше общаться. Песни, песни одна за другой идут, в общем. А какого хрен? Если уж играть арийскую песню, там столько бомбических хитов. Блин, обязательно «Волю и разум», которая как Жанна, «Улица роз», и вот эта песня. Но оно так уже штиль, вот эти «Я свободен», вот эти 4 песни, заезженные просто вот настолько, что... Ну а что они там будут петь? Они будут петь там «Раб страха» будут петь, что ли? Опасненько в наше время такие песни распевать. Ну что ж, друзья мои, передача закончилась, и какое послесловие будет? Как по мне, оказалась передача гораздо менее интересная, чем даже с арией, когда было, там просто было где развернуться. Здесь прям, во-первых, 2/3 передачи были просто песни, в конце так вообще одна за другой шли. И общения как такового тоже не получилось, никто из музыкантов ничего не говорил. Валерию Кипелову тоже слова давали мало, в основном все пели. Маргулис мне совершенно антипатичен как ведущий. Не знаю его как человека, может он замечательный, прекрасный парень и просто перед камерой такой... И начинает это... Немножко пошаливать, да? Назовем это так, чтобы нас не забанили. Очень странные, несмешные шутки. Постоянные какие-то уничижительно-оскорбительные эпитеты он...
приводит в своей речи в сторону всех окружающих, профессии, внешнего вида, возраста. Все это выглядит нелицеприятно для меня и неинтересно. Потом в зрительном зале очень мало, там буквально, ну не знаю, может быть, процент каких-то действительно молодых людей, там от там 15 до 25, там может быть, вот, что прям видно молодое лицо, что нет, там все какие-то взрослые прям, понимаете, ну вот плюс-минус, как сам Валера. И это очень странно для меня, потому что, ну, обычно как-то в первый ряд там рассаживают самых олдовых там фанатов молодых. Здесь как-то все такое, знаешь, посиделочки стариков какие-то получились. Чувство вот этого вот хэви-метального огня здесь для меня пропало. Выступили все замечательно, пели замечательно, все, звук был замечательный, все прикольно. Но вот сама вот эта вот атмосфера как-то, ну вот такие дружественные посиделки, в которых не участвуют рок-звезды какие-то, да, у меня сложилось впечатление такое. А вот просто посиделки старых старинных друзей, которые уже там лет 60 где-то вместе порох нюхали и теперь вспоминают старые добрые истории свои. Как по мне, передача это себя, не знаю, не то что изживает, она, наверное, становится на рельсы, встала на рельсы и уже безвозвратно уехала в сторону вот этого вот возрастного ограничения, когда интересность этой передачи возникает только у людей, ну, возраста уже такого достаточно приближенного к Кипелову. В общем, мне печально было это видеть. Если с Арией там я просто ржал над Маргулисом, над его странными шутками, то здесь мне в передаче печально становится, потому что когда дух хэви-металла, вот как дух Рождества, да, а у меня есть дух хэви-металла, который я чувствую какими-то незримыми своими сенсорами, когда он испаряется, уходит, мне становится печально, потому что ты в кадре видишь хэви-метал звезд, а дух Рождества пропадает, да? Вот эта сказка пропадает, и для меня это очень печально. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, если вам понравилось, и если не понравилось и не согласны со мной, ставьте дизлайк. Обязательно выражайте свое мнение так или иначе. Я должен знать, сколько людей мыслит точно так же, как я, сколько нет. Так, для этого пальцы вверх и вниз и существуют. Один комментарий или несколько, если вы хотите помочь продвижению канала, продвижению ролика, я бы тоже попросил вас оставить. Да пребудет с вами сила. Увидимся. Хорошие мои. Муа!